Пятикратный победитель ралли «Дакар» Семен Якубов заявил, что общий призовой фонд ралли «Шелковый путь» будет сохранен, несмотря на финансовый кризис. Его сумма по-прежнему составит 300 тысяч долларов. За денежное вознаграждение будут бороться только любители. При этом в гонке выступят и профессиональные экипажи под руководством Владимира Чагина, Фердауса Кабирова и Ильгизара Мардеева. За 9 дней участникам предстоит проехать по территории трех государств – России, Казахстана и Туркменистана – и преодолеть 4,5 тысячи километров.